Пеги 18. Вы знаете, сейчас везде такая дешевая банальная реклама, ну, точнее, она всегда была такой и наивной немного. Что касается, например, интернета, это как какие-нибудь сайты про CSGO, где они абсолютно дешевые актеры их рекламируют, ну, простые ютуберы, вот, и очень у многих это очень плохо получается, не умеют пиариться и прочее-прочее. А мы сейчас будем говорить про телевидение. Я решил внедриться в одну очень интересную систему, как тайный агент. Под ликом чужого человека, незнакомого мне и никому. Вот. Ну, в общем, посмотрим, что из этого вышло. Вы уже стали обладателем годового запаса Простоквашино. И вот эта первая часть уже выезжает к вам. Ну, вообще-то они мне нахрен не нужны. Ну, ладно, спасибо. Ну, расскажите о себе. Сколько вам лет, чем вы занимаетесь? Ну, мне 93 года, я педофил, и я насилую чужих детей. Да, вот. Представляете, вот так. А сколько у вас детей? Сегодня 4. 4 ребенка? Да, представляешь, сегодня пацана и девок отпежил. 75 тысяч рублей на что потратите? Ну, конечно, на детей. Итак, вот она, последняя желанная балерина. Что же она будет скрывать за собой? Ой, я бы вставил. А что, если там не я, а Волочкова? Лучше Николай Басков. Так, ну, допустим, вот, пожалуйста, вам система, которую я вам показал, рассказал о ней. Правда, толку от нее никакого. Ну, ладно, чтобы закрепить материал, я сейчас вам покажу подборочку также небольшую. Мне пришлось позвать одну бабульку. На остановке сидела незнакомая бабка. Я подошел и сказал: «Слушай, хочешь заработать?» А она такая: «Ты тот самый из геймзона?» Я такой: «Конечно, это же мой канал, ты что, не видел? У меня юбилей недавно был». Ну, в общем, смотрите сами. Елена Леонтьевна, здравствуйте! Чего-чего? Сегодня я выбрал вас, и вы уже выиграете годовой запас Простоквашино. И вот эта первая партия уже выезжает к вам. Мне твоя и***на не нужна, блядь. Вы сейчас дома? А твое какое дело? Это игра 50 на 50. Вы можете рискнуть прямо сейчас или лишний раз не рисковать и забрать автомобиль стоимостью 300 тысяч рублей. Посмотрите, какой стоит роскошный, шикарный белый автомобиль. С хуя сорвался, блядь. Вот это я люблю. Рисковать так рисковать. Итак, полосатый или белый? Наверное, белого возьмем. Ну нахер. А давайте позовем внучку. Эвелина!